Всем доброе время суток. Видео снял, как протравить глистов у поросят. Сделаем профилактику небольшую. Также взял батоны белого хлеба. Немножечко их замочил. Ну и также жгучий перец. Я положил сюда 2 столовые ложки, потому что свинки уже не маленькие. Тщательно это постараюсь перемешать. Это как бы профилактика от глистов. Паразиты эти не любят жгучесть. Получается такая смесь. Свинкам придется это по вкусу, съедят острое. Ну а глистам, если они будут, будет не в попад. Вот я перемешал. Теперь идем отдавать. Я им уже насыпал картошки. Ничего страшного. Будут лучше пить. Вот так вот они лопают острую пищу. Хлеб они любят. Непильная поливка. Так вот они лопают.